Снова всем привет, с вами Олег Алафгубин. Сейчас мы рассмотрим стопы, да, мануальная терапия стоп. Значит, сам сустав взяли и расшатали. Здесь за голень берем, здесь за пятку. Расшатали внутрь, наружу, взяли за сам сустав, расшатали его туда-сюда. Взяли за пятку, и здесь вот расшатали, здесь расшатали, здесь расшатали. Буквально три места с расстоянием через два пальца друг от друга. Потому что там идет очень много мелких косточек. Вот там лодыжевидная, плюсневые кости, да, кубовидная. Вот примерно получается здесь снаружи два сустава, а изнутри три получается. Раз, два, три. Поставили так плотно, зажали, как бутербродом, да? И с размахом локтями довернули внутрь. То есть если толкаем здесь, то три раза, да? Два и три. И в обратную сторону. Раз, получается, я вот этой костью толкаю. И два. Захватили вот за сам сустав и попружинили его. Вот, ну как бы так оттуда приподнимается, видите, да? Попружинили вот так, покрутили в разные стороны, восьмерочки там всякие такие, да? И теперь как бы поднимаем за пятку, а тут за стопу опускаем, как будто бы калошу одеваем. Раз, вдоль ноги. Это мы вставляем таранную кость, которая прямо под пяткой находится в данный момент. Раз, 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 в трех положениях. Теперь вот так вот, изначально везде прямой угол. Расслабь. Где-то там напряжена. Так, на себя пятку и от себя. И теперь саму стопу. Держим за свод стопы верхние, да? За плюсневые кости получается, за плюсневые кости. За бедро. Упор немножко в локоть, да, и к противоположному плечу толкаем. Вот туда. Там выщелкиваются сразу все суставы, бывает. Так, теперь переворачиваемся на спину. Спереди. Посмотрим, что можно сделать. Спереди. Плотно захват за сустав. Вот такой вот, да? А с этой стороны пальчиками толкаем, получается. Вот. Такой, как курок получается, как курок. Можно упереться в противоположную пятку и на себя. Вдоль стола получается движение такое. Во, слышала? Это вот таранная косточка выскакивает, да? Ставится на место. Теперь пятку выдергиваем. Под 45 градусов поставим и вот в голень. Пятку ставим влево-вправо. Значит, захватили за голень и по диагонали вот держим, фиксируем. Блин, стоп. А тут за пятку. В эту сторону и в эту сторону. Теперь перенесли руку за пятку и также фиксируем. И стопу относительно пятки. В эту сторону и в эту сторону. Теперь саму стопу. Вот так относительно пятки поставили. Наклонно немножко, наклонно. И вовнутрь. Вот так вот, кстати, увеличивается. Уменьшается, вернее, плоскостопие, увеличивается свод. В эту сторону. И наружу. То есть пятку и стопу в разные стороны. Прикольно? Ну вот. Это то, что мы делаем со стопами. Вторую ногу не дашь, я понял. Вот. А вы зря смотрите видео. По видео многие нюансы утекают. Вам лучше быть здесь, чтобы я вам поставил руки. С вами был Олег Гудвин.